возвращением. В кои-то веки у нас тут для разнообразия хорошие новости. Да? Я нашел источник энергии, и он относительно близко. Сгоняешь на Манхэттен? А это не опасно? Абстерго наверняка нас ищет. Конечно, опасно. Но нельзя же сидеть тут и надеяться, что пронесет. Нам нужна энергия, и потом... Ты же придумаешь, как нас замаскировать? Может. У тамплиеров есть доступ к следящим спутникам и камерам. Я попробую скрыть нашу цифровую подпись. И фургон я, возможно, тоже замаскирую. А вот как спрятать нас самих? Это просто. Местные службы уверяют граждан в своей готовности защитить население от всплеска солнечной активности. Перебои в энергоснабжении будут сведены к минимуму. Знали бы они. Что это? Это камера-передатчик. Так мы будем следить за тобой на задании. А так будем разговаривать. Мы почти на месте. Объект в офисном пентхаусе в Нижнем Манхэттене. В это время суток прямое проникновение тебя выдаст. Думаю, лучше забросить тебя сверху. Сверху это как? Проверка. Проверка. Раз, два, три. Есть! Слышу тебя. Теперь можешь врубать камеру. Картинка есть. Запускаю проверку. Отлично. Сигнал четкий и стабильный. Все, вылезай, приехали. Дальше лифты пока не ходят. На крышу полезешь по старинке. Разомнешься. Слушай, Шон, не пошел бы ты? Господи. Ну
зато охраны можешь тут не бояться. Они же не полные дураки. Лезть туда, где один неверный шаг — верная смерть. Заткнись. Почти на месте. Доберешься до верхушки крана, оттуда, наверное, сможешь допрыгнуть. Наверное? Сможешь, не бойся. Ну, чуток можешь и побояться. Она явно делала расчеты под кайфом. Шон! Шутка. Это шутка. Или нет? Готов? Прыгай. Но парашют раскрой по сигналу. Самое главное — это точность. Раньше или позже промахнешься. Давай, раскрой парашют! Ну, не так уж плохо. Ты, наверное, Дезмонд. Не совсем то, что я ждал. У вас там с кадрами не ахти, полагаю. Ты кто? Отца спроси. Дай мне это. Не дам. Слушай, мне запретили тебя убивать. А вот насчет морды босс ничего не говорил. Так что я считаю, да... Что за хмырь этот Дэниел Кросс? Не поверишь, но он когда-то был ассасином. Причем, говорят, не просто ассасином. Оказался тайным агентом Абстерго. Должен был втереться в доверие и развалить нас изнутри. Как он узнал, что ты там? Нас могли поймать. Видимо, засекли меня в своей сети и послали Кросса выяснить, что нам надо. Найди они наше укрытие, мы бы уже знали. Вот, правда, в дальнейшем нам придется сложно. Я поставила сверху пару камер. Если кто-то явится, мы увидим. Ну что, теперь найди, куда засунуть эту батарейку. Или можем вернуться к Коннору, если хочешь. Все сокровища мира бесполезны, если нет ключа.